сложная игра, конечно, но у нас чуть-чуть не хватает контратак, потому что наши самые сильные игры – это контратак. Они играют много на подаче, и я думаю, что не хватает тоже внимания обороны, да, не подачи, потому что два гола, которые мы пропустили, были на подаче. Но я думаю, что у нас есть возможность, конечно, как они здесь выиграли 2-0, и тоже там можно там выиграть. Ты своими сейвами, по сути, оставил нас в противостоянии и считаешь себя героем матча? Не как герой, но я думаю, что я стараюсь помогать команде, чтобы меньше пропустить. И так я постараюсь всегда играть. Последние матчи это были в рамках Atlantic Cup. Тяжело было перестроиться сразу и сюда, на 50-тысячный стадион? Ну, конечно, они компетитивны. Они уже играют, они не останавливаются. И наоборот. У нас было 2 месяца без официальной игры. Но у нас тоже есть, как скажешь, было время, что мы приготовили команду за эту игру. И я думаю, что не так, не 50-50. Марина, ты только появился на поле, и сразу болельщики начали освистывать наших футболистов. Вот как-то от этого перед игрой удалось абстрагироваться, потому что давление, оно чувствовалось, ну, даже нам. Ты знаешь, я всегда люблю играть с таких давлением. К сожалению, у нас Москва, Россия, чемпионат России, не такие фанаты, которые не здесь. Мы играем против Безикта, что было такие давления, и сегодня тоже. Ну, мне очень понравилась игра, такие игры, когда есть давление.